препарасьон, тандю вперед, тандю в сторону, тандю вперед, тандю в сторону, крест по одному и плие в первой позиции. Нажим с головой поставили, нажим, снова с головой поставили, по второй позиции плие, по первой позиции плие, все обратно назад, в сторону, назад, в сторону, крест по одному, плие. Теперь нажим, нажим, по второй присядем гран-плие и по первой ролеве и вытянемся на полупальцы, постоим, опустим пятки. Все с левой ноги. Откроем руку на вторую позицию, деми-плие, деми-плие и гран-плие в самый низ, поставим пяточки, вернемся, гнемся полностью вперед, гнемся полностью назад, батман-тандю, вторая позиция, деми-плие, деми-плие, гран-плие в самый низ, вырастим на полупальцы, погнемся на полупальцах к станку, установимся, закрепим голеностопные суставы и погнемся от станка, вторая позиция, четвертая, закрыли в четвертую, плие деми, по четвертой завели назад, плие деми, по четвертой завели в пятую, гран-плие вытянемся и круговое пор-де-бра, поворот с левой ноги. Thank you.
припрасьон. 4. Батман тандю. Вперед. Вместе с рукой переход по четвертой, закроем в пятую. Возвращаемся по четвертой, полный ронд, закроем в пятую. Нажим, поставить, 2, тандю, нажим, поставить, кудепье с рукой, вернули в пятую и все обратно. За последним разом поворот и с левой ноги. Второе батман тандю начнем на эфасе. 2, вперед, 3, вперед, экарте, вперед, экарте, назад. Повернемся анфас. 2, тандю, 3, тандю по пятой, 3 тандю только ставим вперед и назад плие, все обратно. 2, 3, экарте, назад, экарте, вперед, в сторону, 2, тандю, 3, тандю, 3, тандю, назад, поворот, и с левой ноги мы начинаем всю комбинацию назад. Анфас. 2 жете по пятой, 3 жете по пятой. Также в сторону. 2 жете, 3 жете. 2 жете, 3 жете и баленсуар. 1, 2, 3, пике, пятое и готовы с левой ноги. Рондежамп. Плие, припрасьон. 4,
ронда внизу. Полный ронд на 45, бросок на 90 вперед, пассе и вернули вперед же. Гран-ронд андедан на полу. Гран-ронд с рондежам на полу. Полный ронд на плие, вытянуться и прогнуться под лопатками. Все обратно. 4. Полный ронд на 45 градусов. Батман и вернули назад. Гран-ронд на полу. Гран-ронд с рондежам. И на плие вытянулись. Нога сзади на пальцы. Полная растяжка вниз. Вернулись. Пор-де-бра назад. Нога 35, 45, 90. Пассе. Гнемся к станку и ставим ногу вперед. Обыкновенная пор-де-бра вперед, желательно на полупальцах назад, также на полупальцах. Вынимаем а-ля секунд на пассе, найдем свой баланс, чуть-чуть постоим. Пятая позиция, поворот и с левой ноги. Фондю вперед, присядем, ногу удержим на высоте 45 градусов. Фондю назад, присядем, а ногу на палец поставим на пол. Фондю в сторону, дубль фондю в сторону, 3 анлер андедан, половиночка поворота, левая нога. С левой фондю вперед, плие удержали ножку, фондю назад, на пол поставили, удержали. В сторону 3 андедан, поворот и птибатман. Все обратно. Поворот от станка и все обратно. Закончили.
Фраппе. Начинаем с пируэта. Пируэт из пятой позиции. Открыли в сторону. Дубль вперед, дубль назад и три. Дубль. Фраппе в сторону. До конца фразы пти-батман. Все обратно. Пятая позиция. Пируэт андедан. Открыли ножку в сторону. Назад, вперед, три. Дубль. Фраппе. И без пти-батман поворот левой ноги. Все то же самое с левой ноги. И снова поворот с правой ножки. Отпустим станок. Баланс. Задней ногой. Ногой, которая стоит сзади. Поднимем до уровня пассе. Переменим. Вниз до кудепье и пятое. Все это на полупальцах, разумеется. Без станка. Маленькое кудепье. Установились. Откроем аттитюд назад на 90 градусов. Арабеск. Пятая позиция вперед. Поворот. И весь этот баланс с левой ноги. На раз вынимаем девлёпе вперед в плие. Через пассе назад в плие. А пассе, танрелеве на 90, двойной ронд, закончить в экарте. Пятая позиция. Полная сутыню аллонже. Открываем ножку в арабеск. Полная растяжка с ногой на 90. Через пассе левая нога. Гран-батман в сторону, батман тандю. И два больших батмана. Три жете внизу, поворот сутыню половиночка, на эфасе. Три гран-батман вперед на эфасе, довернулись. И три назад в арабеск, батман тандю. Все с левой ноги. Начнем. Девлёпе под руку вперед на 90 градусов. Ведем полный ронд. Следим за рукой до четвертого арабеска. Нога на пассе. Экарте, плие. Па, де, буре в пятую. Вынимаем ножку назад в аттитюд круазе. Плие
ранверсе с такими руками или с такими, любые руки, па де буре. Четвертая позиция, два пируэта, закончить в четвертую и ногу закрыть, все с левой ноги. Начинаем вперед. Два, тандю вперед, поворот, тандю в сторону, половинка поворота, тандю в сторону. Два, тандю назад, сейчас опорная пятка подворачивается, в сторону и в сторону. Снова правой ногой. Три. Жете. Флик одновременно с руками, четвертая позиция. Два, один, два, три, любое количество пируэтов с окончанием на 90 в арабеск, па де буре и левая нога. Фондю вперед, фондю назад, в третий арабеск. Фондю в сторону, дубль рон в плие, па де буре, четвертая позиция. Один или двойной пируэт в аттитюд с окончанием в арабеск, па де буре и двойной пируэт андеор с окончанием в третий арабеск и глиссад назад. Все с левой ноги. Гран-батман. Начнем с левой ноги. Препарасьон. Экарте. Итальянское фуете. Экарте. Фуете с окончанием в первый арабеск. Два. Гран-батман. Третий. Пассе вперед. Закрыли, повернулись анфас. Два. Тандю маленьких. Два. Батмана на 90. Третий. Батман. Сутеню. Препарасьон. И все с правой ноги. Итальянская фуэте. Можно такие руки, можно такие. Итальянская с окончанием в первый. Два назад, через первую вперед и закрыли. Два обычных тандю. Три гран батмана. Поворот сутеню. И закончили, как начинали.
32 шанжман де пье. Основное упражнение – это упражнение Маккензи. Оно направлено на укрепление мышц шеи. Итак, сидя на кончике стула с прямой спиной, нужно максимально вдавить в себя подбородок. Грубо говоря, сделать второй подбородок. Вот так. Удерживаем и сидим 10 секунд. По возможности можно больше. Самое главное – это в момент вот этого вот вдавливания подбородка внутрь, напряжение вот этих вот мышц. Работают все мышцы шеи, и это, пожалуй, самое главное упражнение, которое нужно делать, если у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника. Итак, приблизительно до 5-7 подходов по 10-15 секунд. Ровно в себя. Удерживаем 10-15 секунд. Отпустили. Итак, 5-7 раз. Теперь то же самое, да, на сопротивление, руки на лбу, можно скрестить, можно просто вот так. Мы давим на лоб, соответственно, голова сопротивляется, она пытается давиться вперед. Тоже удерживаем 10-15 секунд, стремимся нажать на руки, а руки стремятся голову убрать. Так тоже можно делать 5-7 подходов по 10-15 секунд, затем обратное. Опять же, можно скрестить, либо просто положить руку на руку. Руки на затылок, руки толкают голову вперед, голова, но именно шея, да, мы сейчас настроены закачать шею. При помощи шеи мы давим головой, затылком на ладони рук, а руки пытаются толкать голову вперед тоже. 10-15 секунд по 5-7 подходов. То же самое мы делаем в сторону. Берем правую руку. Голова направо, рука давит на голову, голова, напрягая мышцы шеи, пытается выпрямиться в прямое положение. Удерживаем 10-15 секунд по 5-7 подходов. Соответственно, то же самое в другую сторону. Всей рукой мы давим на голову, сильно пытаемся опустить ее вниз, в бок. Голова, точнее шея, пытается этому сопротивляться и постепенно выровняться в прямое положение, рукой же мы продолжаем давить. 5-7 подходов этого упражнения также.